Диуф уже набирает ход. Пошла подача, момент, удар! Смотрим на Каштанова. Как будто бы... Ну, я не знаю, я не возьмусь сказать. С микроскопом этот момент разбирали бы в арт-центре. Фомин. Фернандес. Гомес. Фомин. И дальний удар Фомина. Ой, какой гол! Какой гол! Вот его точно не отнимут судьи. Даниил Фомин открывает счет в этом матче. Капитан «Динамо» дальним ударом отправляет мяч в сетку. Подкат чистый, самое главное, от Скопинцева. И снова через правый фланг развивается атака. Еще одна подача, удар, гол! Факел сравнивает счет в самой концовке. Бежит на поле, чуть ли не вся скамейка Пятибратов. Побежал туда, в кучу малу, через все.